so high and you know recognize feather in us. Chill that control my mind. Yeah, we spend goodbye. She got so many pain. Never to return again. But do it in my heart. Они танцующие обезьянки. Dance Monkey прозвучало для вас в такой необычной, приятной, красивой версии от кавер-группы Марика.
птицу счастья свою отпускаю на юг. Теперь сама я пою, теперь сама летаю. Под крытый космос лечу, кометы огибая. Тебя мечтать научу, теперь одна мы стая. Только улыбайся, улыбайся, невесомости поверь и отдайся. Улыбайся, улыбайся. Улыбайся, 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 невесомости поверь и отдайся. Улыбайся, улыбайся. Копытова говорит, улыбайся, улыбайся, мы поэтому улыбаемся. Группа Марика. Согласна. Кавер-бенд. Лучшее вообще слово, словосочетание, призыв с утра пораньше – улыбайся. Спасибо вам большое за это музыкальное настроение, что дарите нам возможность улыбаться, потанцевать и даже подпеть. Давайте знакомиться с вами чуть поближе. Вы были у нас буквально недавно, но в прошлом году… Счастливчики, вы всегда попадаете на мои эфиры. В этом году впервые, но самое главное изменение, которое произошло – раньше вас было пятеро, теперь трое, что пошло не так? Сократили. У нас есть разные форматы выступления. Это один из форматов. Подходит больше для каких-то камерных вечеринок, перед регистрацией свадьбы и так далее. Вот, и мы решили сегодня таким составом прийти. Ну, честно сказать, мне вот без этих двух нахлебников вы больше нравитесь. Более романтично стало, здесь более другая спокойно. Музыка совершенно, она такая прям, ну, как медленная, да, правильно сказать? Или как? Ну, да. Такая романтичная, лаунж. Да. Лаунж, вот, спасибо. Лаунж. Вы говорили и нам анонсировали в прошлом году, что хотели больше выступать в 2022 на свадьбе. Почему именно свадьбы? Ну, во-первых, это своя атмосфера у них. И нам очень приятно разделять важный день молодоженов, поэтому мы очень любим именно на свадьбах выступать. Есть нельзя, чтобы вокалистка красивее невесты была, вас не возьмут никуда. А что поделать? Вот так вот. Ты, конечно, умеешь абсолютно сделать комплимент. Вообще никого совершенно не обидев и всех вознеся. Какие у вас еще планы? Что вы придумали в 2022 году сделать? Может быть, уже чек-лист пора составлять? Свадьбы, что еще будет? Корпоративы. Может, корпоративы. Может, авторская музыка? Вообще мы задумываемся об авторской музыке. Вот, но это пока что секрет. Поэтому все анонсируем у себя в Инстаграме. Подписывайтесь. Хорошо. Еще такой вопрос. А вот эти аранжировки, которые вы живьем играете, конечно же, есть ли они в записи? Нет, их в записи нет. Нет, то есть тебя одну на корпоратив не позвать? Без них. А кто придумывает? Кто вообще музыкой занимается? Кто из вас самый главный, кто решает, вот звучать будет так? Потому что звучание действительно, ну, очень крутое. Мне нравится. И оно другое, от оригинала сильно отличается, более такое мелодичное. Кто из вас главный, кто за это я все отвечает? Я не могу кого-то определенного выделить. Мы все вместе собираемся, и каждый накидывает свои идеи. Потом все получается. Тогда сколько длятся ваши репетиции? Вот, чтобы прийти и вот так одну песню аранжировать, сколько времени проходит? Ну, обычно часа 2-3, наверное. Ну, по. Часа 2-3? Да. И все? Ну, конечно. Ну, в день. Ну, пару раз в неделю. День. Ну, это в день. В день-день. В день. Ну, одна песня, их трое. Я подумал, просто они пришли 2-3 часа, на тебе песня новая. Идеально сделанная. Три человека, 3 часа. Примерно по часу каждый говорит, будет вот так, как я сказала. Потом еще минут 15 на споры. Ну, а выборку хитов кто делает? В основном Мария. Ну, наверное, я, потому что я пою. Вот то, что мне нравится, душе близко. Потом я ребятам говорю, они говорят, да-да, нет-нет. Вот. Давайте договоримся, знаете, что? Просто я придумал однажды на стихи Пушкина песню такую. «Буря мглою небо кроет». Вот придумал сам такую песню классную. И вот хотелось бы вас попросить, чтобы в следующий раз, когда вы к нам пришли, чтобы вы взяли какие-нибудь стихи классика и наложили на музыку, как вставка в какой-нибудь песне. Давайте договоримся. Давайте.
Все, я остаюсь в программе «Утренний экспресс» работать вечно для того, чтобы только встретиться вновь с группой Марика. Хотя, если что, на свадьбах увидимся. Да, вот, спасибо. Где будет вставка стихов. Спасибо вам большое, что сегодня нас радуете музыкой. Ну, а мы с вами еще не прощаемся. Еще обязательно и попоем, и потанцуем. Мы... Пролетит тихий шепот «люблю», ее магия плюс.